Всем привет, друзья, с вами я, Крикиб, и вы все знаете, что в Roblox Skyblock вышло обнова, появились светлячки, и там было черным по белому написано, или белым по черному, если у вас темная тема, то, что добавили радужного светлячка, и, да, я вам готов его показать, если он существует, либо же дать доказательства, если его нет. Поэтому досмотрите это видео до конца, так как мне пришлось сделать много вычислений, там много чего интересного. И давайте начнем. Для начала я готов сказать, что радужных светлячков нет, так как вот эта вот картинка может вам все объяснить. Здесь написано то, что нет ничего в этой игре, что было бы радужным светлячком. Есть шанс 2% радужного ивента, и это только тогда, когда спавнятся разноцветные светлячки. И это сообщение от модератора, что значит то, что оно правдивое, и это не обман. То есть радужных светлячков не существует. Это немного обидно, но ладно. Поэтому как-то так, да. Да, я немного разочарован, но ладно, ничего страшного. Поэтому как-то так. Если вы увидите там в Дискорде или еще где-то радужного светлячка, то сразу это обман. Или это Photoshop. Да, как я и сделал это превью, кстати. Поэтому, да. Обязательно, если ты новый, подпишись на этот канал, поставь лайк. И да, большое спасибо за просмотр. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.